Добрый вечер, друзья! Привет всем! Привет из Саратова! Мы рады вас приветствовать на нашем онлайн-банкете, посвященному подведению итогов каталога номер один Oriflame 2016 года. Ребята, сразу вам представимся. С вами сегодня Михаил Булавцев, менеджер 18%. И Лилия Донскова, старший директор компании Oriflame. Спасибо за приветствие. Ребят, сразу скажем вам, что первый каталог был не самый легкий, достаточно всегда это тяжелый каталог, и нас очень порадовали результаты. И сегодня вы готовы к тому, чтобы мы вас хвалили, носили на руках, обнимали и целовали. Давайте научимся сейчас, как вести себя правильно на онлайн-банкете. Нужно дружно хлопать, ножками топать, слать воздушные поцелуи, обнимать всех и быть в очень хорошем настроении. И это выражаем мы все с вами восклицательными знаками, смайликами. Поверни чуть-чуть свет на нас. Да, с всякими эмоции мы передаем с помощью знаков и символов. Договорились? Давайте попробуем, поприветствуем друг друга, потому что сегодня здесь люди из разных городов собрались. Кто-то живет поближе к нам, кто-то подальше. Но для нас в интернете совершенно нет никакой разницы, кто где живет. Так, молодцы, вижу, все у вас отлично получается. Ну что, поехали? Стартуем наше подведение итогов каталога номер один. И мы хотим озвучить цифры, немного статистики результатов первого каталога. Товарооборот нашей команды по России составил 25 124 бонусных балла. Супер! В скобках вы видите результаты прошлого 17-го каталога. В рублевом эквиваленте товарооборот составляет 663 тысячи. За три недели? За 4 недели. За 4 недели. Wellness мы выпили на 3521 балл. Практически в полтора раза увеличили результат по сравнению с 17-м, даже с 17-м сезонным каталогом. Оздоровились! Да. Количество новичков за первый каталог, пришедших к нам в команду, 283. Практически тоже в два раза увеличили результат. Новички, ну-ка признавайтесь, кто пришел в первом каталоге, присылайте в пятерочки в чате. Из них 58 человек совершили свой первый заказ, и 13 человек стали квалифицированными рекрутами с заказами от 100 баллов и выше. И 18 человек мы реанимировали, реактивировали, разбудили. Возбудили. Да. И вернули к жизни. То есть люди, которые на какое-то время бросили, вернулись к нам в команду. Итак. Выплачено нам с вами за всю работу, за весь месяц, на всех 218 112 рублей. Из них по премьер-клубу 68 тысяч. Ребят, кто в премьере? Восьмерочки в чат, быстренько. Другие бонусы 18 тысяч и объемная скидка 131 891 рубль. Йо-хо, молодцы! Отличные результаты. Получается, третья часть товарооборота нам выплатили обратно. И мы поздравляем нашего лидера, нашего старшего директора Донскову Лилию с получением премии по программе «Мой автомобиль» 9 тысяч рублей. Круто! Поздравляем! Я счастлива! Еще бы! И наши награды. Результаты каталога номер один, новые уровни. Это по твоей команде? Нет, это всего. Всего? Ух ты! Просто слайды красивейшие готовил Миша. Итак, на уровень 3% у нас вышло 56 человек. На уровень 6%, консультант 6%, вышли 21 человек. Впервые. Все цифры указываем впервые. На уровень 9% у нас вышло 5 человек по команде. И на уровень менеджер 12% впервые вышло 10 человек. Отличные, по команде. Отличные результаты. Вам аплодисменты бурные. Так. И передаю микрофон. Спасибо. И мы хотим поздравить наших активных партнеров, которые растут по лестнице успеха, с получением премии по программе «Турборост». И это... Мужчина-красавец. Нугаев Марат. Поздравляем с подтверждением уровня менеджер 15% и получением премии 6 тысяч рублей. Поздравляем Марата.
Маратом мы особенно гордимся, потому что он еще и наш видеооператор, снимает шикарные ролики для вообще для Oriflame, для филиала и для нашей команды. И буквально, мне кажется, уже сегодня выйдет новый ролик, и вы его скоро все увидите. Да, Марат уже его прислал на просмотр. И я поздравляю от всей души мамочку двоих малышей, Леночку Лукоянову из города Казани, с подтверждением уровня 9%. И не просто с подтверждением, а Лена сразу перешла на следующую ступеньку 12%. 1500 рублей! Ура! Молодчина, Лена! Так держать. А твоей команде, конечно же, огромное спасибо за классную работу. И у нас есть еще один получатель премии по программе «Турборост». Это Воробьева Ольга. За подтверждение уровня менеджер 9% Ольга получает у нас также премию 1500 рублей. Я хочу сказать, что Воробьёвы – это семья Ольга и Сергей. И у них тоже две замечательных дочки. И ребята просто огромные молодцы. Я знаю, что Серега сейчас защитит диплом, вернется в родные края, и они просто взорвут этот бизнес. Потому что ребята просто шикарные. Просто шикарные. Нет слов. И участники премьер-клуба. А, госы пока что. Ну, ничего. По итогам каталога номер один у нас 81 человек, которые квалифицировались в премьер-клуб с личными заказами от 150 баллов и выше. И данные 81 человек у нас совершили суммарно заказ без малого на 15 тысяч бонусных баллов. Почти что две директорские структуры, ребята, представляете? Всего 81 человек создали товарооборот на два директора. Молодцы! Да. Круто! И мы поздравляем наших самых суперактивных партнеров, топ-10 с личными заказами. Суммарно данные 10 партнеров совершили заказов на 3609 бонусных баллов. И кто же это? И, конечно же, это... Вот мы здесь на слайде. Мы с Мишей вместе работаем, и нам все-таки удалось удержать лидирующие позиции. Но со скрежетом. Я хочу сказать, что больше всего меня удивила Светлана Сидорчук. Удивительная девушка, она у нас уже выступала на планерке на неделе. 479 баллов личный заказ. И это буквально новичок. А Светланка с нами, по-моему, только второй каталог. Поэтому бурные аплодисменты Светланке. Два каталога, да, сейчас третий идет. Третий каталог. Всего, да, всего два каталога. И сразу уровень 6% с личным заказом. Шикарный результат. А Бальмасова Ольга 458 баллов. Склиренко Мария 423. Леночка Резинская 347. И еще у нас пятерка. Безумовые Сергей и Виктория также вместе работают у нас, 302 бонусных балла. Исаева Елизавета, 291 бонусный балл. Самохина Татьяна, 288 бонусных баллов. Мамченкова Анастасия, 269. И заканчивает наш список топ-10 личными заказами Ельчина Татьяна, 265 бонусных баллов. Ух, молодцы какие, ребятки. Вот такие вот у нас активные партнеры. Да, мы вами гордимся, кто у нас в комнате присутствует, спонсоры и сами обладательницы таких высоких заказов. Да, пишите в чате, мы здесь. Два раза по 10 таких активных партнеров и директорская команда. Да, и у нас... Чудесная конференция, которая грядет в этом году, в 2016, закончилась первая волна на эту конференцию. И уже есть три участника, которые выполнили квалификацию. И сейчас вы, как знаете, многие из вас, что у нас открыта вторая волна, и со второго каталога каждый из вас может принять участие в квалификационной программе, выполнить несложные совершенно условия, и вы тоже присоединитесь к нашей команде, и мы полетим с вами за границу бесплатно за счет компании Oriflame. И квалификацию у нас выполнили, это моя гордость, два наших менеджера. Михаил Булавцев, можете ему поаплодировать, он прямо здесь, Миша. Спасибо. И менеджер из команды Ольги Мальцевой, Виктория Безумова. Вика, тебе бурные аплодисменты, ты просто крутышка, молодец, и я тобой очень горжусь. Ну, мы вместе. И, конечно же, квалифицировался наш самый любимый, самый потрясающий, очаровательный лидер Лилия Донскова, старший директор компании Oriflame.
полетит в очередное путешествие с компанией Oriflame. Я очень рада, ребят, я просто обожаю путешествовать с Oriflame, потому что это эти самые незабываемые приключения, которые организует компания. Сам, вот сам так никогда не отдохнешь. Мы много ездили с Мишей, одни в путешествиях, но самые яркие впечатления всегда вот когда мы в команде с единомышленниками, с партнерами, и мы очень хотим, чтобы нас полетело много. Ребята, пожалуйста, присоединяйтесь. Узнайте условия. Мы сейчас об этом говорить не будем, но они такие простые, их может выполнить даже школьник. Поэтому действуйте и полетим все вместе. Да, полетели все вместе. И мы, и я хочу уже по традиции второй каталог подряд показать, сколько зарабатывают наши партнеры на разных уровнях, чтобы люди, которые к нам приходят в команду, не, которые спрашивают, сколько я здесь могу заработать. И на примере самых активных партнеров на разных уровнях я сделал вот такой вот срез. Консультант 3% лидирует у нас с выплатами. Ельчина Татьяна 1621 рубль, Кузьмина Екатерина 1555, Самохина Татьяна 1515 рублей. Это новички, да? То есть 3% уровень. Да, консультант 3%, только пришли вот такие вот уже зарплаты. Консультант 6% лидирует Сидорчук Светлана, выплата 3180 рублей от компании. Ребят, это помимо заработка с продаж. Это только чисто возврат от компании. Да, здесь не учитывается немедленная прибыль. Мамченкова Анастасия 1983 рубля. Исаева Елизавета 1842 рубля. Я считаю, очень неплохо для новичков. Дальше интересней. Менеджер 9%. Лидирует у нас Воробьева Ольга 3382 рубля. Соломатина Юлия 2918. И Резвинская Елена 2708 рублей. Круто, молодцы. Как мы рады, когда вы зарабатываете. Менеджеры 12%. Лидирует Лукоянова Лена 4946 рублей. Попова Алена 3211 и Гагарина Светлана 2856. Девочки, здесь много денег. Работайте активнее и будете зарабатывать еще больше. Менеджер 15%. И у нас лидирует Нугаев Марат с доходом 10 343 рубля. Ух ты! Салимова Анна 7189 рублей. И Безумова Виктория с доходом 5105 рублей. Ну, Анютки-то побольше будет, там же еще международка просчитается. Так что раз в два будет больше зарплата. Это то, что мы видим по России. Ну, сейчас речь про Россию идет. Так, менеджеры 18%. Сколько же вы зарабатываете? Булавцев Михаил 8174 рубля. Склиренко Мария 8126. И Бахматова Олеся 7757 рублей. Аплодисменты, да, есть к чему стремиться, чтобы зарабатывать еще больше и больше. И сейчас я представлю команду Гамоля Татьяна. Танюшка, ты здесь ставь плюсик в чате. Личный заказ Татьяны 181 балл, групповой 649 и 12 новичков в команде, которых практически всех пригласила Татьяна. Она очень активно работает с теплым рынком, приводит нам гостей на встречу, на чаепитие, на презентации домашние, поэтому рост идет очень хороший. Поздравляем Веру Щедрину, очаровательную девочку, красивую, которая прошла уже четвертый шаг стартовой программы с личным заказом 107 баллов, которая пригласила в команду своего мужа, любимого Александра. И теперь у нас еще одна пара, которая будет вести семейный бизнес. И Вера получает в подарок за прохождение четвертого шага классную сумку. Вера, тебя поздравляем! И новички, которые пришли в команду, вы их видите списком, из них 5-6 человек сразу сделали заказы. И вы видите, какие заказы, активационные, молодцы. Да, многие воспользовались сразу бесплатной регистрацией. И я желаю новичкам огромных успехов, быстрее разобраться во всех тонкостях нашего бизнеса и стартануть к самой вершине карьерной лестницы. Хочу обратить ваше внимание, 6 новичков в команде Гамоля Татьяны. Обратите внимание, из 6 новичков одна девушка. Остальные мужчины. Да, кстати. Татьяна приглашает всех на бизнес. И я передаю микрофон нашему очаровательному мужчине-менеджеру 18% Булавцеву Михаилу.
Спасибо большое, друзья. Спасибо, Лиля. И я хочу озвучить результаты работы нашей команды по итогам каталога номер один. Конечно же, на слайдах я не могу отобразить вообще всю команду. Всю. Это нереально просто. Нет, давайте я поставлю цель отобразить в следующий банкет. Я постараюсь отобразить всех вообще. Итак, поздравляем активных новичков нашей команды. Тюрина Евгения, Яковлева Наталья, Яковлева Елена, Семина Ирина, Дерябина Владислава, Ковалева Лилия, Хабибулина Эльза, Рубцова Алевтина, Иванова Галина, Ильина Наталья, Пушина Ирина, Калинин Сергей. Поставьте смайлики, кто себя видит на слайде. Приветствуем наших активных новичков. И двигаемся дальше. Я хочу похвалить своих партнеров с новыми достижениями. Новые уровни. Консультант 3%. И тут не могу не выделить всех сразу. Кузьмина Екатерина. Еще раз скажу, в очередной раз. Девочка 14 лет. В октябре прошлого года исполнилось ей 14 лет. В ноябре получила паспорт. И вот в январе она с нами в команде. И сразу с личным заказом на 270 бонусных баллов. Обалдеть! Да, круто! Поздравляем, Катя! Самохина Дарья! Ура! Поздравляем с новым, с первым уровнем. Консультант 3%, личный заказ 192 балла, групповой 244. И Даша за период каталога номер один лично пригласила 14 новичков в команду. Крутышка, Даша, ты просто супер молодчина. У Даши команда сейчас развивается просто вот нереальными скоростями. Реальными. Нереальными. Двигаемся дальше. Поздравляем Пономареву Анастасию с первой ступенькой консультант 3%, личным заказом 150 и групповым 311 бонусных баллов. Вот такая вот уверенная молодчина, у нас просто. 3% уровень. И также, соответственно, прошла первый шаг стартовой программы. То есть Настя только зарегистрировалась и сразу начала строить бизнес. Ура! Поздравляем Петропавлову Василису с первой ступенькой консультант 3% и личным заказом 161 бонусный балл. Также ребята прошли первый шаг стартовой программы. И Василиса планирует строить бизнес с компанией Reflame совместно со своим мужем. Да, мы вчера запланировали поездку на конференцию. Я уверена, что у Василисы все получится. Конечно, получится. С такими-то спонсорами. И поздравляем дальше. Новые консультанты 6%. У нас Рубцова Валентина достигла уровня консультант 6%, личный заказ 151 бонусный балл и групповой 491 бонусный балл. Поздравляем, Алевтина. Так держать. Поздравляем менеджеров 9%. У нас их много. Намаконова Ксения, Семина Ирина, Черемихина Наталья. И отдельно хочу выделить наших самых активных. Ура! Соломатину Юлию с уровнем менеджер 9%. Поздравляем. Личным заказом 239 баллов. Групповым 1079 баллов. Прирост у Юлии составил по сравнению с 17-м каталогом, даже 17-м сезонным каталогом, почти 80%. И Юля всего лишь с нами также два каталога, прошла второй шаг. И вот за два каталога такие результаты показывает Отличный Юля. Отличный пример. У Юлечки двое деток. Один прям совсем маленький годик сынишки, а дочка первоклассница. Девчата, у кого детки? То есть вы понимаете, что да, как бы у всех одинаковые инструменты, у всех одинаковые спонсоры. И детки у всех. И как бы нагрузки огромные. Но если есть желание, и есть цели и мечты, то все получится. Юль, спасибо тебе огромное за такой вот прекрасный пример, как можно расти. И поздравляем Константинову Галину с уровнем менеджер 9%, личным заказом 34 балла, групповым 953 балла. Юху, молодец, Галочка. Поверь в себя, и все получится. И у нас еще есть поздравления. Новые менеджеры 12%. И их здесь уже намного больше. Корнилаева Валентина, Быстрова Наталья, Четвергова Юлия, Савельева Елена, Аржанова Алена, Безяева Виктория,
Ермакова Екатерина, Кожарская Ольга. Обалдеть. И отдельно выделю двух своих активных партнеров. Yes! Разницыну Наталью поздравляем с уровнем менеджер 12%, личным заказом 152 балла и групповым 2140 баллов. Наташа в прошлую Круто. Пятницу выступала вместе со мной на планерке. Показывала, хвалилась своими результатами, рассказывала свои секреты. И поздравляем Лукоянову Елену с достижением уровня менеджер 12%, личным заказом 218 баллов, групповым почти 2000 баллов. Ух. Прирост по сравнению с 17-м каталогом у Лены составил 43%. И Лена в этом в первом каталоге, да, прошла четвертый шаг. То есть 4 каталога, как она с нами в команде. И также зарабатывает за свою активность сумку от компании Ariflame. И также мамочка двоих деток. Да, все маленьких верно. Совсем. Так, а мы двигаемся дальше. И я хочу поздравить участников премьер-клуба своей команды. У нас в команде их 19 человек с заказами от 150 баллов и выше, которые сделали больше половины товарооборота всей команды. 3311 бонусных баллов. Не сумку? А что? Ну, Лена нам позже расскажет. Итак, поздравляю Загриценку Татьяну, Нуралиеву Оксану, Пономареву Анастасию, Рубцову Алевтину, Даянову Веру, Разницыну Наталью, Фарафонтову Лилию, себя любимого, Гаврилюк Екатерину, Семенову Юлю, Нугаева Марата, Петропавлову Василису, Галоеву Елену, Абальмасову Ольгу, Самохину Дарью, Глушенкову Оксану, Лукоянову Елену, Соломатину Юлю и Кузьмину Екатерину. Это мои самые активные партнеры. И обращаю ваше внимание, что именно 150 баллов дают нам возможность получения зарплаты. То есть все эти люди у нас получают премии, выплаты от компании Ariflame. Молодцы все. И участники стартовой программы, кого еще не озвучил на протяжении всех слайдов. Мясникова Наталья с личным заказом 101 балл проходит у нас первый шаг стартовой программы. Наташа у нас зарегистрировалась в первом каталоге, и во втором каталоге она получит вместе со своим заказом набор по новой стартовой программе. А еще Наташа отличный рекрутер, она уже сама создает свою команду очень активно. Поздравляем. Поздравляем Загидуллину Анну с личным заказом 102 балла и прохождением третьего шага стартовой программы. Поздравляем Нуралиеву Оксану с прохождением второго шага стартовой программы и личным заказом в 150 бонусных баллов. Супер, молодчина, Ксюша. Все? Да, все, я что-то прям так разбежался, да. Отлично, спасибо, Миша, за прекрасную работу командную. Чувствуется, что у вас такой вот насыщенный ритм движения вперед. Очень многие включились именно вот в процесс прохождения квалификации на конференцию. Это очень радует. Ребята, желаю вам успешно дойти всем до конца. Надеемся на встречу там, в этой волшебной стране, пока не знаем, в какой, правда. Да, мы все очень хотим путешествовать, мы все очень хотим встретиться за границей. Все вместе, поэтому все выполняем условия квалификации. Ну и всем удачи, успехов. И передаем микрофон нашей следующей команде. Команда старшего менеджера Ольги Мальцевой. Оля, принимай микрофон, озвучивай всю команду за Марию Склиренко и Викторию Безумова. Ребята, бурные аплодисменты вам. Ура! Раз, два, три, как меня слышно. Добрый вечер всем. Доброе время суток, вернее, может, у кого-то уже ночь. Я надеюсь, что у нас все присутствуют сегодня на нашем супербанкете по итогам первого каталога 2016 года. То есть это каталог открытий. И, пожалуйста, следующий слайд. Я представляю вам всем команду наших менеджеров. Все, кто видит себя, ставьте восьмерочки. Это самые активные в нашей команде. У нас
огромная команда. И здесь большинство, и есть наши ключевые партнеры. Следующий слайд, можно побыстрее слайды. Вот. Я представляю команду Ани Говоруха. Ань, позволь, да, я озвучу. Я уж начала. Мы работаем над слайдами всей командой, со всеми своими ключевыми партнерами, Аня Говоруха, Люции Плотниковой, Виктории Белой и Корнеевой Светланы. Это вот вся наша на сегодня ключевая команда. Следующий слайд. Аплодисменты девчонкам. Мне работать с такой командой очень легко. Я представляю вам активных новичков, которые у нас сразу включились в работу, которые у нас получили практически все льготную регистрацию. Воронина Виктория, уже заказ 76 баллов. И причем практически у всех еще не закончилась квалификация первого шага, так что у нас еще все впереди. Сашилова Светлана, Васильева Любовь, Суворова Оксана, Комиссарова Алла, Максименко Любовь и Сладкова Анастасия. Аплодисменты девчонкам. Я думаю, что все пройдут первый шаг стартовой программы, как это уже прошли у нас. Это Наталья Даянова, личный заказ 100 баллов, новичок. И Светлана Корнеева. Вот, ну, Светлану Корнееву будем поздравлять еще много раз, и увидите вы на слайдах еще неоднократно. И у нас новые уровни 3%. На этом слайде вы видите активных новичков, прямо новичков-новичков, которые только пришли и уже вышли на уровень 3%. Куделька Олеся, Анастасия, Васильева Любовь, Воронина Виктория, Суворова Оксана и Сладкова Анастасия. Аплодисменты. Следующий слайд, пожалуйста. А также у нас есть еще новые уровни 3%. Битюкова Ирина, Громова Елизавета, Андреева Альвина, Княжева Анастасия, Наумова Анастасия, Царькова Алена, Полянская Ирина, Максимова Оксана, Машонская Лида, Фролкин Александр, Варлашина Ирина, Винклина Лика, Коваль Ирина, Сахновская Ольга, Сафронова Светлана, Хазиева Снежан, Евграфова Наталья и Шукарова Зоя. Вот, у этих партнеров еще все впереди, абсолютно все, так что вселяю надежды, что у нас будут еще и следующие уровни. И аплодисменты. Здесь вот должны звучать фанфары. Здесь на нашем слайде новые уровни 6%. Такие хорошие 6%. Хочу сказать, что это уже почти 9%. Вот. И также у нас девчонки являются лучшими рекрутеры. Итак, еще раз. Корнеева Светлана и Белая Виктория. Но это еще не все, у нас есть еще новые уровни, которые также, у которых также еще все впереди. Савочкина Юлия, Белый Григорий, Желтикова Татьяна, Парамонов Данил, Путила Любовь, Черноусова Ирина и Сашилова Светлана. В нашей команде есть не только российская ветка, у нас международная команда. У нас еще есть веточка из Украины, лидером которой является Ольга Ягорина, консультант 12%. Вот. Вместе со своей командой, они у нас с каталога номер один, тоже включились в работу по системе PRO. Вот. Так что будем показывать результаты уже в этом каталоге. Следующий слайд. Это еще не все. У нас только одна часть команды первая прошла с поздравлениями. И
на красную дорожку приглашаем команду Марии Склиренко. Правда, я не вижу слайдов еще. Вот. Интернет-команда Марии Склиренко, менеджер 18%. Это мощнейший менеджер, который скоро станет уже старшим менеджером. Аплодисменты. На слайде вы видите большую, огромную, дружную команду Марии со своими менеджерами. Итак, начнем сразу с первых шагов. Первый шаг программы «Добро пожаловать» у нас прошла новичок. Это Елена Канашина. Личный заказ 114 баллов. С Леной лично созванивались, на утро встали, у нас заказ 114 баллов. То есть мы были немножко шокированы. То есть новичок зарегистрировался и в первый же день сделал заказ на 114 баллов. И третий шаг стартовой программы у нас прошли Анна Чубарь, это спонсор Мария Ган, Светлана Стяжкина и Октябрина Ичанга. Извиняюсь, если вдруг фамилию неправильно назвала. Аплодисменты девчонкам. Четвертый шаг стартовой программы. И получила подарки туалетную воду Дани. И вот такую вот великолепную сумочку обалденную. Ирина Хазиева, спонсор Мария Ган, личный заказ 150 баллов. Вау! Рекруты. Рекруты – это новички, которые разместили заказы. Мы в нашей команде стараемся, чтобы все новички получили льготную регистрацию. Итак, Людмила Родионова, 28 баллов. Анжелика Белинская, 4 балла. Наталья Пашилова, 56 баллов. Юлия Нечунаева, извините, не вижу фамилию, 47 баллов. Елена Кондратьева активировала кабинет, 3 балла. Людмила Зинкова, 9 баллов. Анастасия Шибаева, 28 баллов. Елена Канашина, Галина Сизенцева и Виктория Устинова. Вот они, наши новички, которые присоединились к нам в первом каталоге. У нас также из новичков есть новые уровни. Это Ксения Пашкова и Людмила Зинкова. Спонсор Наталья Алешина и Мария Склиренко. Новые консультанты 3%. Анжелика Белинская, Виктория Устинова, Елена Канашина. Можно побыстрее слайды, мы успеваем. Это совместная группа, хочу сказать, с Марией Склиренко и Натальей Алешина. А также еще много людей, Клочкова Евгения, Олейникова Дарья Фомина, Ольга, Лашкова, Светлана, Коробейникова Наталья, Попова Наталья, Сидоркина Инна, Береза Вилин, Дутлевич Георгий, Малкина Вероника, Казбанова Карина, Карпенко Татьяна, Яницкая Надежда, Жуковская Кристина, Шульц Светлана, Макар Нина, Цветкова Юлия, Житкова Анастасия, Забелина Мария, Алимова Ирина. 3%. Молодцы. Все еще впереди. Премьер-клуб от 200 баллов. Да, вот у нас у всех есть, да, премьер-клуб от 150 баллов, а здесь от 200 баллов. Группа Мария Склиренко, Виктория и Сергей Безумовы, Анна Чубарь и Наталья Алешина. Молодцы. Что хочу сказать про команду Виктории Безумовой. Немножечко позже будет у нас команда Виктории. Сейчас
Продолжу. Мария Ган, личный заказ 157 баллов. Вот он, простой премьер-клуб, всего 150 баллов. Кристина Соломатина, Светлана Стяжкина, Ирина Хазиева. Молодцы. Наши рекрутеры. Рекрутеры – это наши ключевые партнеры практически. Это Наталья Алешина, 14 личных регистраций. Мария Скляренко, 14 личных регистраций. Анжелика Белинская только пришла в команду, и каждый день у нее, то есть в конце недели подключилась к рекрутингу, и у нее каждый день начали получаться регистрации. 4 регистрации, 1 рекрут. Мария Ган, 2 личные регистрации, 2 рекрута по теплому руку. Мария Ган у нас включается в интернет-проект. Спасибо. Следующий слайд. Итак, долгожданная наша команда, о которой я уже хотела говорить, это Виктория Безумова, которая у нас квалифицировалась на менеджерскую конференцию 2016. Виктория есть шанс поехать со своим супругом на эту конференцию, потому что у всех есть шанс, есть второй шанс, вторая волна, чтобы Виктория может получить 3 путевки даже, потому что Виктория бизнес ведут вместе с мужем. Следующий слайд, пожалуйста. Команда менеджера Виктории Бумовой. Вот, да, что я хотела сказать про эту команду. Мы с Марией посчитали, что средний балл в команде Безумовой Виктории – это 109 баллов, по-моему. Правильно? Не обманываю, Маш? Так вот, смотрите, чтобы открыть директора, нужно всего 75, да, человек в команде с таким заказом. То есть всего 75 человек, и ты директор. А итак, первый шаг, добро пожаловать. Ты Берлей Елизавета, Талей Анатолий, Симич Надежда. Спонсор? Безумовы. Я уж не буду разделять, кто вы уже прочитали. И Виктория, и Сергей Безумовы. Так, второй шаг программы «Добро пожаловать» у нас прошли вчерашние новички. Это Безумов Сергей, спонсор Безумова Виктория. Терентьева Екатерина, спонсор Безумовы Виктория и Сергей. Татьяна Самохина, спонсор Воробьева. Ольга и Сергей, Надежда Валей, спонсор Воробьева, Ольга и Сергей, Ирина Чурсанова, спонсор Воробьева, Ольга и Сергей. Вся эта команда строится практически по теплому рынку. Правильно я говорю, Маша? И третий шаг «Добро пожаловать» программы для новичков прошла Жданова. А Мария, спонсор Воробьева, Ольга и Сергей. Мне так понравилось, как в прошлый раз на нашем банкете выступал сам Сергей Воробьев. Да, Вика здесь. Отлично. Следующий слайд, пожалуйста. Аплодисменты, смайлики присылайте в чат, нам очень приятно. Итак, четвертый шаг программы «Добро пожаловать» прошел сам Воробьев Сергей, спонсор Безумова Виктория, Чупров Геннадий, спонсор Талеева Вероника и Шкатов Дмитрий, спонсор Шкатова Рима. Вот такие вот у нас супер, да, парни, мен, супермены прошли. Шаг «Добро пожаловать» программы. Прошли Талеева Мария, спонсор Талеева Вероника, Валей Юлия, спонсор Шкатова Рима, Юсупова Наталья, спонсор Склеренко Мария. Прошла все шаги стартовой программы,
у нас это Воробьева Ольга, получила все подарки по стартовой программе. Премьер-клуб от 150 баллов. Воробьева Ольга, Воробьев Сергей, Жданова Мария, Надежда Валей, Татьяна Самохина, Ирина Черсанова. А можно вообще, ребят, было как бы просто сказать, что это вся команда делает практически все в премьер-клубе. Вся команда практически Виктории Безумовой. Безумов Сергей, Безумова Виктория, Италеева Вероника. Молодцы. И Сергей у нас здесь. Поздравляем с достижением уровня 3% Тайберей Елизавета. Ребят, я с вашими фамилиями язык сломаю. Все активные, да, все в премьер-клубе. Поздравляем Ольгу Воробьеву, подтвердила уровень 9%. И ура! 1500 рублей. Молодец. Да, молодец, Оля. Здорово. Следующий слайд. И я передаю слово команде Олеси Бахмутовой. Хотела сказать Олесе Безумовой. Безумовой скружили голову. Спасибо за внимание. Передаю микрофон. Всем добрый вечер. Как мне слышно, поставьте, пожалуйста, плюсики. Ага, отлично. Поздравляю вас с закрытием первого каталога, с началом второго каталога. И хочу вам представить свою команду. Сначала хочу поблагодарить от всей души за то, что вы есть в моей команде, за то, что за вашу активность, за вашу настойчивость, за терпение. Вы моя ключевая команда. Это Алена Попова, Наталья Лямина, Светлана Гагарина, Алла Корнилова и, вот не уместилась на слайде, съехала Марина Лосицкая. Она у нас уехала на несколько недель, мы ее очень ждем, когда она включится к нам в работу дальше. Дальше. И команда Аллы Корниловой, 9%, менеджер 9%, это Наташа Лямина, Ольга Еремина, Мария Белозерова, Наталья Распопова и Светлана Хмелева. Это активные партнеры команды, которые активно размещают заказы. Ну и, конечно же, Наташа Лямина, наш активный рекрутер, упорная, настырная девчонка в моей команде. Я ее очень люблю и желаю всем таких активных партнеров. Давай дальше. Дальше. Команда Алены Поповой и ее активные партнеры – Тагнатюк, Алексей, Елена Бессонова, Юлия Негомаева, Эмилия Гайсина, Алена Карачкова, Шарупич Яна, Исакова Виктория. И дальше слайд. Активные рекрутеры команды Светланы Гагариной – Галина Брюханова, Елена Резвинская, Екатерина Осоцкого, Татьяна Попова, Светлана Сидорчук, Анжела Егорова. И дальше. Ключевые партнеры у Светы Гагарина – это Катя Осоцкого, Галина Брюханова и Елена Резвинская. Дальше слайд. Дальше представляю команду Марины Лосицкой, активисты ее команды Храмова Анна, Гринченко Татьяна, Старостенко Людмила и Самойлова Дарья. И тот, кто разместил свой первый заказ, у нас их 11 человек, те, кто продлил свой номер, активировал свой бизнес,
Исакова Виктория 96 баллов, Любова Алена 2 балла, Шару Петьяна 19 баллов и Смайлова Эля 112 баллов. Это еще не все. Мальков Фуркат 28 баллов, Шевцов Софья 19 баллов, Васильева Лилия 34 балла. И далее. Назарьева Валентина 1 балл, Щепоткина 28 баллов, Еремеева Ирина 25 баллов. И поздравляем прошедший первый шаг стартовой программы Исмайлова Эля 112 баллов из команды Алены Поповой. Людмила Петрова тоже прошла первый шаг с заказом 113 баллов. Поздравляем тоже. Далее прошла второй шаг стартовой программы Марина Есева. Она с первого каталога у нас состоит в премьер-клубе. Молодец. Поздравляем. Из команды Екатерины Осотковой. И поздравляем Светлану Сидорчук, спонсор Елена Резвинская. Она прошла второй шаг стартовой программы. Плюс она тоже является участником премьер-клуба с первого каталога. То есть второй каталог подряд. Молодец. Поздравляем с уровнем 6% Эмилию Гайсу. Мы знаем, как тебе порой бывает нелегко, но ты настоящая умничка, никогда не сдаешься, идешь вперед. Желаем тебе достижения всех твоих планов, исполнения всех мечтаний и высоких доходов. Ты этого достойна. С уважением, твоя команда. Вот так. Алена подписала. И поздравляем с новым уровнем. Консультант 6% Евгений Попов. Евгений муж Алены Поповой. И вот ее пожелание тоже. Женя, ты молодец, что решил строить бизнес вместе со мной. У тебя все получится. Желаю в этом году стать минимум золотым директором, заработать на машину, которую хочешь, и поехать границу в отпуск. Мы присоединяемся к пожеланию. Поздравляем, Евгений, молодец. И поздравляем Еленочку Резвинскую, менеджера 9%, с премией по турборосту 1500 рублей. Молодец, она подтвердила уровень и получает премию. У нее очень активная команда, 43 новичка пришло в каталог. Молодец, я желаю вам скорее собрать всю премию полностью. И нашей королевы по личным заказам и по заказам Wellness это Светлана Сидорчук и Елена Резвинская. У Светланы 470 баллов личных и Wellness 149. И у Елены 149 Wellness и 347 баллов личных. Дальше это участники премьер-клуба, 18 партнеров в команде. Всего выплачено почти 34 500 рублей. Кто себя видит в списке, поставьте смайлики, восьмерочки. Молодцы. Я поздравляю всех. Последний слайд, да? Поздравляю всех с успешным окончанием, завершением каталога номер один. И хочу сказать вам спасибо вам за ваши результаты, за ваш рост. Ни в коем случае не останавливайтесь. И давайте сделаем все возможное и невозможное для того, чтобы получить те звания, за которыми мы пришли сюда, и жизнь, о которой мы мечтаем. И для того, чтобы парад успеха всегда был нашу честь. Продолжаем активно работать, у нас много времени. И все, у меня все, я в вас верю, очень вас всех люблю. Всем пока. Как нас слышно, поставьте плюсики. Мы снова вернулись к вам. Да. И сейчас будем озвучивать команду, результаты работы команды Анны Салимовой. Да, я хочу прям поблагодарить Олю Мальцеву и Олесю Бахмуту за прекрасное представление команд, за ваши достижения. Мы верим в ваш успех и знаем, что у вас с каждым каталогом будут результаты еще лучше и лучше. И, внимание, команда
Анны Салимовой. Тут все в цветах. Девочки такие в женском состоянии. Какие красотки. Кто видит себя на слайдах, ставьте смайлики. И среди них записался шпион, да, Александр Петрик. Точно, я только сейчас увидела Сашу. Да, Саша как раз у нас в комнате. Мы приветствуем команду бурными аплодисментами. И какие же у нас результаты? Новый консультант 3%. Красавица Алима Жусупова. Личный заказ 156 баллов. И получает уже первую премию. 666 рублей и 135. В сумме вместе посчитайте. Королева продаж в команде Анны Салимовой Зуева Евгения с личным заказом 247 бонусных баллов. Обалдеть. Да, и приятная скидка сразу, Женечке. Поздравляем Женю. Женя, это, наверное, самый крупный заказ за всю историю твоих заказов. То ли еще будет. Круто. Участники премьер-клуба, ребят, кто себя видит, ставьте смайлики в чате. Я вижу здесь 16 человек в команде. Очень вообще большие молодцы. Красным цветом выделены самые крупные заказы. Мы вам аплодируем и поздравляем. И желаем, чтобы ваши партнеры умели тоже делать легко 150 баллов и выше. Тогда будет рост классный у всех. И будут все зарабатывать хорошие премии. Поздравляем команду Бондаренко и Екатерины. Активные партнеры сейчас представлены у вас у нас на слайдах. Видите ее? Кто себя видит? Команду. В чат смайлики присылайте активно. Команда Анны Вертей и Натальи Григорьевой. Команда растет, усиливается. И есть все шансы, кстати, у многих из вашей команды полететь на конференцию. Обратите внимание. Потому что есть очень сильные партнеры. И особенно прямо с удовольствием можно, да, Миш, я поздравлю Першина и Ваню. Иван сам прошел уже второй шаг стартовой программы с личным заказом 150 баллов. Ваня сказал, что надо брать самое лучшее от компании. Поэтому, говорит, какой смысл делать 100 баллов, если выгоднее всего делать 150? Оля, что ты нам за ссылки все время присылаешь? Как будто пригласить нас в какую-то компанию. Да, хочет. Да. Что-то куда-то нас Оля заманивает. В какую-то компанию oriflame.com. Мы уже тут, Оля. Королевы продаж. Мамченкова Анастасия, 269 баллов, и вышла на уровень 6% и приняла ответственное решение строить бизнес вместе с нами. И Никанорова Наталья, 193 балла, уровень 3%. Прошла четвертый шаг, стартовая программа, и Наташа мамочка двоих малышей. Это круто, в нашей команде очень много мамочек в декрете с малышами. И поздравляем активных рекрутов в команде Анны Салимовой. Степанова Екатерина с заказом 24 бонусных балла. Команда Екатерины Ничволода. Сама Катюша со своими красотками. Кто себя видит на слайде, ставьте смайлики. Так, и у Кати в команде отличились Артемова Анна. Прошла первый шаг стартовой программы с личным заказом. Ни много ни мало, 160 баллов. И сразу вышла на уровень 3% и вошла в премьер-клуб. Молодец. Так и надо. Пришел, увидел, победил. Забрал все самое лучшее. И поздравляем Исаеву Елизавету с новым уровнем. Консультант 6%. Прошла третий шаг стартовой программы. И совершила заказ в прошлом каталоге на 291 бонусный балл. Круто. Вышла на уровень 6% и получает уже такую приятную, без малого 2000 рублей, скидку. Отличный результат, такая очаровательная девочка, красивая. Да, желаем быстрее вырваться вверх уже в менеджеры. И у нас Ельчина Татьяна отличилась заказом 265 баллов. Молодчина, Танюша, так держать. И на пути к успеху. Успех – это не столько то, что мы имеем, а столько то, кем мы становимся в результате. Вот так сказал Джим Рон. Ребята, вот так вот подошла к концу наш поздравительный онлайн-банкет. Надеюсь, мы никого не забыли. И отметили всех, кто отличился в каталоге номер один. И сейчас у нас уже идет каталог номер два, поэтому у вас есть все шансы сделать свой результат, свои достижения. И уже буквально через 3 недели на таком же онлайн-банкете мы будем поздравлять вас, каждого из вас, кто захочет этого. И мы вам желаем
просто потрясающих успехов, гармоничного развития, чтобы в ваших семьях всегда было тепло, уютно и был достаток, который увеличивался с каждым днем, и благодаря нашему проекту осуществлялись все ваши мечты, задумки и цели. И ты, Миш, что добавишь? Я задумался о путешествиях. Я уже представил, как мы по итогам следующего каталога на подведение итогов на банкете будем поздравлять наших активных партнеров, которые прошли первый шаг квалификационной программы на менеджерскую конференцию. Я уже представляю, как нас будет очень много, дружная, веселая, шумная компания, как мы потом будем наслаждаться вместе временем, фотографироваться и просто общаться друг с другом, с топ-лидерами, с руководством компании «Oriflame». Итак, мы благодарим вас за прекрасную работу, и мы точно знаем, что вы можете с каждым днем еще лучше и лучше. До новых встреч, друзья! Желаем вам отличного каталога! Пока-пока! Пока-пока! И классный ролик в конце, да? Да. Золотая конференция 2014 года. Нет, да. Лайнер мечты, который у нас будет продублирован в 2017 году, в следующем. Это Мишин любимый ролик. Ну, не могу ему отказать, он сам его сейчас найдет. Да, Спасибо огромное. Давайте напоследок прям оторвемся, посмотрим классный такой заряд мотивации. Потому что, ребят, вот этот ролик, чем он важен? То, что в 2017 году вы можете поехать на конференцию, на золотую, на таких же лайнерах. Ребят, ну сейчас надо закладывать фундамент, вот эту вот мощную свою команду ключиков, ключевых партнеров, с которыми вы уже будете выполнять квалификации. И вместе с которыми будете путешествовать, балдеть, ездить на конференции, на банкеты и получать море удовольствия. Остапа понесло. До новых встреч! Пока-пока!